Значит, попробовал сменить ракурс, чтобы лучше видно было. Ну, попытаюсь, по крайней мере, чтобы было лучше видно. Вот. Конечно, коробки будут закрывать, но зато будет лучше видно эту сторону. Значит, технологию повторяем. Оба. Берем элемент, улаживаем его. Выравниваем по нижней линии. Смотрим по ограничительным линиям, нами же и нанесенными. Перелаживаем с предыдущего. Прижимаем элемент. Так, выравниваем. Конечно, на крестиках положил и забыл. Тут уже как бы надо ловчиться. Я вот эти крайние не буду ложить, чтобы было видней. Вот, видно-то, наверное, видно. Технология та же. Я просто сразу беру, флюсую. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, там аналогично, видно не будет. Так. Значит, опять же, вопрос дозировки. Не перебирать. Аккуратненько. Так, что-то не то. Паяльник выключал, но он еще не прогрелся. Ну и как бы работает система, каждый последующий всегда лучше предыдущего. Руки привыкают. Так, теперь нанесем там. Видно не будет, но тут уже потерпите. Как бы суть-то саму покажу ближе. Вот второй ряд получился намного лучше, потому что уже ложился не первым. Вот, можно посмотреть. Вот. Прижимаем, проверяем. Значит, что берем сейчас? Берем и гоним нашу шинку. Значит, шины я беру, выгибаю кверху и в обратную сторону заворачиваю винтом для лучшей пайки. Опять же, это специфика именно обратной пайки, которую здесь пришлось применять. Вот. Выгибаем в обратную сторону винтом. Делаем, берем вот так вот, прижимаем, раз, два, так, три, четыре, пять. Получилось не очень удачно. Паяю на весу. Поэтому надо пройтись еще раз. Так как стула мне сесть нету. Свободно, на нем стоит камера. Так. Ну, надеюсь, более-менее было видно. Хотя, честно говоря, на весу не самое удачно получилось. Но суть понятна. Так, значит, в плане проверки. Подключаю щупом на прибор. Второй с обратной стороны. В чем суть? Так как этим способом перевернуть проблематично, проверяем просто обратной стороной свечение. Для этого использую вот такой вот фонарик светодиодный. Вот. Ставлю на максимальную яркость.
Вольтаж будет показываться маленький, но нам просто проверить, грубо говоря, на обрыв. Значит, сейчас вольтаж 0,16 вольта. Свечу, засвечу один элемент. 0,24. Так. Следующий. 0,24. Так. 0,3. Закончилась память в телефоне. Значит, проверяю как. Навожу на один элемент фонарик и смотрю, чтобы было повышение на каждой панельке. Так, есть, есть, есть. Стоп, тут что? Нормально. Смотрите, что будет, если я уберу падение. Ну, как бы суть важна. Точнее, понятно. А так вот срисовывается потихоньку батарейка. Вот. Ложу грузики, чтобы по дороге воздухом поток. Потому что я так уже раз разбил. Вот. Не забываем их разворачивать. Чтобы спаять потом последовательно. Значит, выгрузка как? Опа-на. Так вот. Мой пирожок готов. Примерно выставляем его. Пока примерно. Поближе покажу. Рисовывается потихоньку батарейка. Тут все будет плотнее. Это я пока на глаз. Вот типа такого, что ли. Будет. В общем, прикольная, красивая будет. Итак, значит, вот она. Модернизированная конструкция. Собрана для склейки. Вот. Система, в принципе, такая же, как и в прошлый раз. Вот. Значит. Утеплитель такой идет. Шинки все спаяны. Вот. Что из модернизации? Смещены элементы плотнее все. Все зазоры лишние убраны. И края уже 2-сантиметровые. То есть 3-сантиметровые это уже, наверное, перебор. Вот. 2-сантиметровые, я думаю, будет самое то. Вот, вывел, опять же, третий контакт уже, так сказать, если улучшать. И чего-то эта штука готова к сборке. Сейчас будем собирать. Так, значит, стандартно. Завернул контакты вверх. Вот они, то не видно. Загоняю силикон под низ плотненько. Герметик в этот раз попался белый. В принципе, это не хуже никоим образом. Вот. Вообще был удивлен. Маркировка такая же. Блин, он хоть такой. А, то же самое, только цвет другой. Бомблю здесь контакты. Тоже болтается. Под низ загоняю. Чтобы под контактами ничего не проскочило. Есть. Ну, соответственно, там дальний метод имеется. Третий. После этого контакты все опускаю вниз. Так вот. Только тут, чтобы просто попало под низ. Вот. Значит, решил в этот раз
сначала сделать центра. Почему? Потому как край быстро засыхает, когда гонишь периметр. Уже собираешь, уже подсохшее, поэтому быстро наношу капельки в центра. Наношу немножко, не так, как в прошлый раз, чуть-чуть. Чисто для прижима. Потому что это все добавляет конкретно вес. Значит, что тут из модернизаций произошло? Вот. Сделал уже шов. Теперь у меня не 3 сантиметра, а 2. И 2 будет выше крыши. Можно, конечно, попробовать сделать уже, но не советую, потому что самое первое, чего умирает солнечная батарея, это попадание влаги. Дело в том, что там, где вот в этих местах-то уже можно было бы сделать, но где у вас выводятся контакты, вокруг контакта плохо обволакивается. И там реально контакт только где-то сантиметр. Я имею в виду внутри, между стеклами. Вот, вывел контакты наверх, залил герметиком, чтобы не кислялось это все. Посадил черненькое, он просвечивается, это двусторонний скотч. Припаял контакт. Минуту! Вот второй. Третий. Значит, все сделал компактней, убрал зазоры, то есть все стало компактней, из-за чего уменьшился габаритный размер. Самое главное, заднее стекло троечка, то есть до этого было четверка, тем самым мы еще убрали 2,5 килограмма. В общем, дальше будет тест на ток, на солнце, когда оно появится. Ну и плюс сравнение с реальными предыдущими 2 батареями. Вот. Так что вот, версия upgrade 1-го уровня. Вообще белый цвет герметик, конечно, прикольный.